Внимание! Если вам мешает реклама, вы можете закрыть рекламное сообщение, просто нажав на крестик в верхнем правом углу рекламного блока. Недавно я стала мамой. Это серьезно поменяло мое отношение к жизни. Я никогда не питала слабости к алкоголю. Сейчас отказалась от него совсем. Многие во время беременности говорили мне: ничего страшного, если в меру, то можно. Спиртное не стоит того, чтобы рисковать здоровьем будущего ребенка. Я знаю, что такое счастье. Это возможность подарить новую жизнь. Подарить, но не сломать. Береги себя. Если вам понравился ролик, нажмите под роликом на кнопку «Подписаться», чтобы иметь возможность смотреть и другие ролики. Оставьте также свой комментарий под роликом и нажмите «Нравится».